Всем доброе утро. Я на своем хозяйстве с утреца, как обычно я это делаю каждое утро. Мне надо выбрать петуха. Уменьшается количество петушков, курочек, уточек. Ну, гусика только одного я пока убрала. Но по плану второй гусь, но чуть-чуть позже. Не сегодня. Возможно, завтра или послезавтра одного уберу, потому что там Ванин знакомый попросил, ему гусик нужен. Вот. А сегодня мне надо одного петуха и одну курицу. Курицу я споймала уже. Она у меня там связанная. Ждет черненькая курочка. И петуха надо. Сегодня рано-рано утром, еще темно было. Слушала, как поет мой петушочек. И пыталась разглядеть, какой же петух поет. До этого я слышала и определила, что белый петух, но на хвостике у него что-то, то есть не чисто белый. И было у меня сомнение, либо вот этот петух, вот видите, у него на хвостике, вот посерединке, чуть-чуть вот черные перья. Но сегодня понаблюдала, либо вот этот, вот он, рядышком, да, справа. Или другой еще есть. Ну, вот этот чисто белый с краю. А в принципе, у меня других-то и нету. Значит, тот. Вот. Вот тот петух поет. Белый петух, но хвостик у него немножечко такой вот цветной. Вот чисто белый петух. Пыталась определить, кто ж мне поет песни. Ну, в темноте, что могла, то разглядела. Чего кричать? Ну, а ну не прыгай, не прыгай. Не прыгай, я вас покажу немножечко. Вот так вот покажу вас. Все петухи у меня красивые. Смотришь и думаешь, этого оставил бы, этого. Но я определилась, друзья, что белого я оставлю. Да, надо двух петухов, но у меня же еще в другом курятнике петухи есть. И я планировала Голошейного оставить, хотя он такой, мне кажется, слабачок немножечко, но... Может, я вообще всех петухов уберу, я ж не знаю. Но пока вот именно с этого загона я оставлю белого, возможно, двух белых оставлю. Вот он, вот этот петух, вот он. И мне же надо одного словить. Он мощный, вот этот петушок, да? В комментариях был совет. Одного белого, раз я хочу белого, да, оставить. И вот из такого серенького. С большим гребнем. Ну, у меня, если честно, они почти все, да? Ну, не почти, а все с большими гребнями. Чё? У всех большие гребни, хорошие петушки. Так, не выходите мне только, не выходите. Тут мне еще один рядышком. Ты хочешь домой? Пущу. Пусть здесь уменьшится количество петушков, и я могу вернуть того петуха сюда. Хотя он мне не особо мешает. Гуляет на просторах вселенной по моему огороду. Но он сильно далеко-то и не отходит. Вот этот петух, вот он. Он уже лучше ходит. Лучше ходит уже. На ночь я его в курятник определяю, не в этот. Курочки спят в домике, а этот на улице, ну, находит там себе укрытие разное. Сюда я его не пускаю, потому что загоняли ж его, и он прячется и ничего не кушает. Вот этот мелкий петушок. Я не буду ждать, пока он вырастет, конечно, уберу его, для нас уберу. Но пусть пока бегает. Сейчас я выполняю заказ. Нужен петух. Один. Вообще два надо. Че, Ванька попросил петуха. Я хотела сразу двоих, то есть курица и два петуха. Сережке надо поехать в город. Говорит, когда? Ну, посмотрим. Может быть, все-таки троих уберем. Хочу побыстрее их убирать. Они же жрут.
И прилично жрут, но уже меньше корма уходит, меньше. Вот этого надо словить. Ну, хорошо это вот сидеть, да, и говорить этого, этого. Попробуй слови. Они же носятся. Ну, вот мне вот этот петух прямо нравится. Он такой крупненький. Да и тот белый крупный. Вот этот поет. Вот он. Вот. Значит, оставлю. Вот этот крупный белый, видите? Короче, троих петухов оставляю. Троих оставляю. Напоследок оставляю троих петухов. Да, петечки мои хорошие. Почему я хочу их? Они с хвостами. Вот эти бесхвостые петухи мои, они мне уже, знаете... Ну как, хватит? Надо немножко поменять петухов. Вот это тоже, видите, вот у него хвост. Еще не отрос нормально. Вот если его сейчас забивать, сто пудов будут еще эти штурпачки. Ну, такие уж петухи у меня были до этого. Благодаря таким петухам вот такое у меня хозяйство. Да, надо других поменять. Не, ну красивые, правда? Красивые петухи показываю, друзья, вам. Потому что когда же я еще их покажу, если вдруг их уже не станет? На лапы смотрю. Конечно же, лапы вот у этого петуха, да, крупные. А вот у белого петушка, который мне поет песни, в принципе, вон он, в принципе, тоже крупные лапы, но не такие, как у этого. А может, такие же, просто мне так кажется. Все, друзья, отключаюсь, мне надо ловить петуха. Они, конечно, красивые, на них можно любоваться и любоваться. Любоваться можно бесконечно, но мне надо их ловить и идти работать. Я уже позавтракала. Сережка сейчас там завтракает. Сейчас придет и будем мы заниматься забоем. Курицу я уже словила, как я сказала. Вот пришел кот. Дошел кот до петушков. Вот хорошо бы его сейчас, но я не смогу резкое движение сейчас сделать. Я если сделаю резкое движение, чтобы его словить, то я не встану. Я неудобно тут присела. Вот этот петух, смотрите. Вот этот, вот он петух, пальцем показываю уж, извините. У него хвост еще не вырос, видите? Вот такая порода. Вот до этого убрала троих петухов. Мощных, крупных. И у них вот такие хвосты были. Ну, они уже отрастают, но еще со штурпаками на хвостиках, понимаете? Вот у этого петуха так будет. Ну, как утки разговаривают. Ой, как бы хорошо сейчас вот взять этого петушка. А? Как бы его взять? Ну, я не смогу одной рукой. Только напугаю. Только напугаю. И вот закончу свою речь. Ой, господи. За петухов. Забила аж трех петухов. Красные все с разными оттенками красного. Вот. Хороший вес. Ну, конечно, хочется 5-килограммового петуха. Но вот это точно не будет. И никто из них не будет. Вот самый крупный был красный петух. 2300, да? Или 2400. Или 2300. Уже не помню, сколько он. Тушка завесила. Ну, 100 грамм, господи. Погрешности-то, думаю, ничего страшного. Но остальные два петушка поменьше. Около 2 килограмм. Но эти будут, я не знаю, сколько. Это точно будет килограмм, не бойся. Ну, он такой слабенький. Он был изначально... Он, во-первых, мне кажется, попал сюда меньше по возрасту. Он младший. Это 100%. Он мне с этого вывода сюда попал. Но ничего. Уже тут он и находится. Ну, это самые сильные стадии, да? Самые смелые. Вот любое мое движение, и все, они шугаются. А тоже трусы. Трусы. В любом случае я буду всех убирать. Что? Что жалеть? Что думать, сомневаться. Я уже не сомневаюсь. Самых крупных я убрала.
Сережа меня ругал. Зачем ты убираешь таких красивых, крупных? А что их оставлять? Не хочу. Все, я уже определилась. Едем дальше, значит. Не будем делать шаг вперед, два назад. Будем только вперед идти, да? Оглядываться назад не будем, не будем. Так что так. Вот такие, друзья, петушки. Я не так часто, да, их показываю. Ну, вот именно в такой вот красе, вблизи, все время со стороны вам показываю. Ну, вот сейчас так вот показываю красавчиков. Вот, блин, рукой бы. Ну, вот рукой бы. Рядом, совсем рядом. Но я не смогу сейчас резко. Рука вторая занята. Одной, короче. Сейчас отключусь и буду их ловить. Ага, видите, как шугается. Шугается. Нет, я буду убирать этих красавцев. Буду убирать рябых, серых, каких хочешь. Убираю, оставляю, как я уже определилась, белых петухов. Я хочу белых кур, белых петухов. Я уже устала от черных, от цветных, от устала. Я хочу беленьких. Вот так. Значит, будут у меня беленькие. Спустя время на моем столе три тушки. Петушок поменьше, петушок побольше и курочка. Давайте взвесим. Я уже весы подключила. Курочка. 1 кило 423. Так, петушок побольше, который поставлен на весы. 1 809. Так, и поменьше петушочек. 1 406. 1 405. Раз поправим. 1 405. Вот так. Два петушка и курочка. Курочка без яиц крупных. Внутри мелкие. В самом зачатке яиц. Черная курочка. Голопопая. В общем, второй раз я ее словила. Один раз уже я ее ловила, потом отпустила. Сейчас я уже ее опять же на забой и взяла. Намучилась, если честно, очень много. Кстати, здесь вот от удара или что? А в кость. Но это не перо. Потек кровяной. Это желтенькая тушка. Хочу сказать, что она сейчас красивая, а была очень некрасивая. Была в черных этих всех жирных, подкожных вот этих вот всех пенечках. Ну, эти петушки тоже я с ними немножко повозякалась. Вот такие вот. В общем, все. На два петуха и на одну курочку меньше.